Всем привет! Вы смотрите канал Таежный Роман. Ну что, говорят, на Умби пошла горбуша. Всех друзей звал, но никто не поехал. Все что-то мя-мя, короче. Решил я ехать, короче, один. На Митсубани. Ехать, короче, порядка 700 километров в одну сторону. Ну что делать? Последний день отпуска, надо хоть куда-то съездить. Погода у нас вообще дубак, короче, просто капец. Вот в таком виде я мерзну, то есть вообще вот холодно очень. Градусов 8-7, наверное, тепла всего. Вот, так что мы с вами сейчас выдвигаемся в сторону Умбы. Мух как бы нету у меня нужных. Я не знаю, есть ли они там вообще, продаются, не продаются. В общем, вчера пробовал сам вязать, навязал 4 штуки. Ну, хочется все-таки, знаете, как бы говорится, заводских. Не знаю, что на мои будет клевать. Так что, поехали, короче. Надеюсь, Мицуха не подведет. Вот, обнулил я, короче. Вот, 1,5 километра я проехал. Потом покажу пробег. Liar, I'm on fire, I got too much energy. Now I'm higher like a killer, you can only pray for me. Выехал я на Мурманку, шпарю по Мурманке. Короче, время 20:15. Нормально, ночью должен приехать поспать. С утра движуха с лицензиями начнется и так далее. Короче, едем. Заправились на 1000. Энтузиазма полные штаны. Чем это закончится, хрен его знает. Не знаю. Когда же сделают эту Мурманку? Это капец, короче. Такие пробища, блин. Просто капец. Светофоры, пробки, ремонт, короче. До Беломорска еще не доехал. Ну, что делать? Когда-то, наверное, сделают, будет хорошо. Короче, еду. Еду постепенно, ползу. Некоторые тут ухари на красный свет пролетают. Но их там походу потом останавливают, потому что я вот первый на светофоре стоял. Бэха такая драная, короче. Проехала на красный. А потом, когда у нас зеленый включился где-то часа через... Ну не часа, а у нас зеленый включился где-то минут через 10, может 15. Я ее догнал, короче, она там это. Видно только что тоже тронулась. Так что остановили таких ребят. Наглых. Вот этот тоже товарищ. Ездюк еще тот. Номера замазаны. К-345АС. Вышел дед, короче, но он херачит, просто тачку не жалеет. Он, блин, я-то нормально еду. Он меня обгоняет. Просто. По таким ямам, блин. Бедный кольт. Я думал, молодой какой-то сидит. Нет, вышел дед такой седой. Он так херачит, что капец. Ой, ладно, может быть, скоро и поедем мы. Ехать еще 300 километров, наверное. Вот. Ну, тут ремонтов больше не было. Беломорска выехал, один раз мост ремонтировали и все. Фуры догоняем, обгоняем. С мотофестиваля, мотобухта, короче, народу куча едет, мотоциклистов. Прям их очень-очень много. Одни мотоциклы на дороге. Вот, так что прям, короче. Вот еще вот так вот. 300 километров до Кандавакши. 276. Хреначить и хреначить. Вот такая вот у нас, мужики, погода.
Вот, ребята, добрались мы до полярного круга. Координаты. А это дерево такое вот. Надо обязательно вешать ленточку. Там дальше поедешь, аккуратно там лосят бегают. Мяться вон. Все, короче, тут камушки привязаны. Короче, поверь, я, чтоб вернуться сюда еще раз, я так понял. Вот, с парнем познакомился, тащит металл. Тоже тут, говорит, столько езжу и никак, говорит, ни разу не заснял ничего. Решил остановиться, говорит, поснимать. Так, ну нам еще сотня. А дальше там посмотрим. Короче, дальнобойщик сказал, чтоб я был аккуратен. Где-то в 5 километрах. Лосиха возле дороги с лосятами, с двумя. Он, говорит, гоняет их, пытается отогнать, говорит, от дороги. Вот, сейчас, может быть, увидим. Я бы хотел вам, мужики, поснимать лосят. Сейчас посмотрим. Байкеры прут, говорю, с мотобухты. Блин, столько народу, капец. Ну, им хотя бы вот сегодня погода нормально назад ехать. А то все дожди, дожди. Сейчас посмотрим. Фотоаппарат я взял с собой. Лосяток бы заснять. Интересно бы было поснимать. Вон, мужики, лосята с лосихой. Парень не соврал. Вон она там, вон она ходит. Сейчас я фотик достану. Эх, мужики, не успел вам заснять. Забежала она, короче, в лес, уже лосят загнала туда и в лес ушла только что. Ну, я ее видел. Постепенно появляются горы, сопки. Подъезжаем к Зеленоборскому. Я знаю, что за сигнал. Дорогие зрители, проехал Кандалакшу. Пропускаем тут типа лос такой вот. Едем дальше. Ну что, дорогие зрители, осталось 100 километров до Умбы. Вот, проехал Кандалакшу. Хочу вам кое-что показать. Вот тут красота. Смотрите, сколько островов. Я сейчас на фотоаппарат поснимаю, вам покажу. Вот, забирался в гору, короче, Мицуха на 5-й не затащила, на 4-й. Но я как бы не сильно так кочегарил. Гора там такая, капец. Ну и вот залив, Кандалакшский залив, вот это вот. Вот оно, Белое море. Кандалакшский залив. Острова. Красота. Сколько островов. Горы какие. А вот тут вид, ребята, еще круче. Вот такой вот. На Белое море. Ну вот с горки спускаешься и все. Сидеть покушать. О! Так вот, на берегу Белого моря считай. Только хотел сказать, что комаров нет. А комары есть. Короче, еще сотку пилить. Кандалакша куда-то свернул, заплутал, короче, выехал кое-как. Куда-то не туда заехал. У меня навигатора нету, я, короче, так езжу. Время у нас 11:30. Наша задача сегодня доехать, разместиться как-то. Найти место под палатку, не знаю, там столько рыбаков, наверное,
это будет проблема. Сидишь, на такую красоту смотришь. Смотрите, сколько островов. Я тут очень много лет назад, наверное, больше 10. Вот там вот где-то я стоял на ограждении, меня фотографировали. Ну ладно, едем дальше. Еще пилить и пилить. Ну, я ночью люблю ездить. Ночью как-то спокойнее, движение меньше. Так что прям скажете, делать мне нехрен. Такие дали на рыбалку. Это все азарт, азарт. Все для вас. Дорогие зрители, чтобы вам было интереснее смотреть. Маленькое путешествие летнее мое. Лето, правда, я говорю, градусов 8, вот в тапках, вот так вот в носках, ноги мерзнут. Вот такое лето. Вот горы какие пошли. Видите, горы какие уже пошли. Короче, познакомился я с мурманскими мужиками сейчас. Вот, тоже едут на рыбалку, говорят, были дня два назад, наверное. В общем, поймали нормально, довольны. Сейчас, короче, едут еще раз. Вот, я с ними так поболтал немножко. Ну, блин, знал бы раньше, что рыбаки раньше бы подошел. А тут чай пью и слышу в разговоре что-то про мушки. В общем, надо завтра у них как-то попробовать хотя бы муху, хоть одну заводскую купить. Потому что, блин, не знаю, что я на свои мушки поймаю, хрен его знает. Так что, ладно, давайте, едем, короче, осталось километров, наверное, 80. Говорят народу, мужики вот сказали, народу, говорит, капец там, палаточные городки. Все, короче, херачат горбуши со всей России, приезжали. Так что не знаю, повезет мне, не повезет, посмотрим. Ну что, вот я и добрался до Убы. Феофан, привет. Короче, вот такой вот знак остановился, вот езжаю в сам поселок. Сейчас проеду по поселку, посмотрю, где что, где выдают лицензии. Короче, обязательно вам все это покажу. Вот видите, вот такой вот знак. Основано в 1466 году. Вот так вот, люди селились раньше. Так что едем в сам поселок. Пока, тьфу-тьфу, будем посмотреть. Вот мы и в Умбе. Ну вот, дорогие зрители, поселок Умба. Вот так вот, вот море белое. Смотрите, сколько звездочек. И маленькие, и большие всякие. Глубина метра два, наверное, метр. Все видно. Он рыбина ходит, какая-то странная. Вон сколько их. Красота, короче. Время час. Час, говорю, время пол второго ночи. Так вот у нас. Нашел я, где выдают лицензии. Покатался немножко по поселку.
поселок городского типа или город, я даже не знаю, что это такое. Зачем? Поездил, вроде как нашел. Ладно. Увидимся с утра. Пошел я отдыхать после долгой дороги. Нашел я пункт выдачи разрешений. Вот, с 8 часов. Вот так это все выглядит. Где этот участок только находится, я так и не понял. Но мы узнаем, где он находится. Короче, все, мы на месте. Сейчас посплю, попробую в машине. Искал какую-нибудь полянку, не могу найти что-нибудь такое, где можно было бы встать. Буду в тачке спать. А потом уже узнаем по месту, где что, и там мы будем ночевать в палатке. Но зато мы вот тут рядом сразу первые стоим. Ну вот, долгожданная лицензия получена. Едем на речку ловить рыбку. Пробовать поймать рыбку. Не знаю, там народу, наверное, некуда стать. Сейчас у них было только 12 лицензий. Хорошо, что я пораньше встал, вот и первым я пришел. Куплю я мушек. Вот, короче, мушки по 200 рублей, по 250 есть по 200. Короче, грузик, всю оснастку. Все тут, короче, можно найти, можно с собой не тянуть, не искать, не заезжать никуда. Тут все есть. На рынке. В общем, рынок, и вот там все есть. Сейчас буду делать нормальную оснастку и ловить. Ну что, дорогие зрители, короче, пока я сделал снасти подходящие, пока подстрелялся под рыбалку, пока, короче, место нашел, вот сейчас время 2 часа дня, вот поймал я 3. Вот это вот мне сейчас удочку сломало. Вот эту вот старую дедовскую удочку, она разлетелась просто на 3 части. Короче, еле я ее вытащить успел. Так что мы сейчас сооружаем другую удочку и едем. Ой, едем, говорю, идем снова к речке. Рыбнадзор приходил, проверял лицензии. Рыбаков капец, даже просто встать негде. По очереди кидаем. В общем, пока я доволен. Сейчас надымал местечко, буду там и стоять, отбиваться ото всех. Просто даже вот проблема места встать, короче, где-то, потому что столько народу, это капец. Лицензий было 12 штук. На всех сегодня не хватило, не знаю, половина, наверное, так рыбачит. Вот клюет вот на такую муху. Сейчас я покажу вам мушку. В кармане оторвалась она. Вот такая вот мушка. Вот такая вот мушка. Одинарный крючок, вот на нее поймал я. Какие только не пробовал, клюет на нее. Вот. Сейчас мы, короче, рыбу в холодильник. У меня моя Арктика с собой. Вот она стоит под шубой. Машине жалко, что жарко очень. Вот, но там вода в бутылках замороженная. Так что нормально. Сейчас мы упакуемся, удочку сделаем и вновь пойдем ловить рыбу. Где ты его нашел? Красота. Поймал. Леска тонковатая, 0,30, блин, еле держит ее. А? Порвалась. Там еле поймать ее успел.
Такая рыбалка. Это кто там тащит? Миша тащит. Лови ее. Прижми ногой. Держи ее. Беги, беги, беги. Держу. Все, спасибо. Браво, поймали. Стой, подожди. Опа-опа-опа! Вот там. Но она блестит, во. Оп. Вон еще. Да, сколько ее не клюет и сколько срывается, это капец. О. Эх! Косячок какой-то подходит. Вот такой вот горбушка. Фальстарт. Блин, ты ударился только как? Хорошо. Опа, опа! Мушек на любой вкус. О! Иногда вот кидаешь, как будто в рот прям попадаешь. Сразу раз, блин.
его. Блин, как тут никого еще без глаза не оставили, блин. Крючки свистят над головой, блин. О, идет. Лови! Все. Так, аккуратней, аккуратней. Аккуратней. Да, держи. Стой. Блин, она между камней там где-то, слушай. За камнями, блин, была. За камнями, да? Да. О, пошел очередной заход у него. Опа. Выпрыгнула сама. Бля. Блин, да что такое? Паша, все кадры. Свое родное. Все... Да. О, пару, да. Ты въебал его. Ох, там какая хорошая. Крепкая удочка. Отцепилась. Третью подряд. О! Ах, вон она только мелькнула. Он еще. Он еще. Где же моя, блин? О! Ух ты! Бля, такие она свечки делает. Ни хрена себе, как нагло. Просто как лебедкой.
Поймал девчонку. Ну вот ее можно было и не трогать. А? Чем ходил? Документы проверял. Это наш, говорит, сотрудник, слышь, смотри, разрешил его, и говорит, это наш сотрудник, какие проблемы? О! Стой. Все, держи. Держи. Не держишь. Не держишь. Плохо держишь. Блин. Да блин. Акрибнадзор подходит, начинает сразу клевать. Опа. Колобаха. Нормально. Зацеп? А, не зацеп. Ай-яй-яй. О! Рыбачий патруль поймал. Сразу так это проредело. Народу сразу нету, блядь. Видишь? А он с утра тоже так же прошел, раз, половина. Я смотрю, он с той стороны, а он с той стороны идет, с той стороны народ просто бежит с удочками, блядь. Да. Да. О! А? У меня в машине все. Это надо туда идти. С собой нету. Ну! Воткнулась. Нормально. Сзади. Все ближе и ближе. А? Первый раз? А? Я тоже. Опа! Что там? Сошло что-то. О, прыгает. Дразнится.
Ах, блядь. Оторвало, что ли? Не, оторвало.